Я думаю, что никто не ищет идеал. Да, люди ищут идеал. Да они тогда с удовольствием ходят в театр и смотрят какие-то серьезные произведения. Идеалов никто не ищет. Героев никто не ищет. Едят, пьют и горочат. Это такое наше поколение сейчас? Время сейчас такое. Думаю, что нет. Я не могу сказать, как это. Вы бы сейчас спрашиваете о тех людях, которые не хотят смотреть. Ну, которые идут за развлечениями. Да.